3 декабря в парке имени Пушкина прошло торжественное траурное мероприятие, приуроченное празднованию Дня неизвестного солдата. Память пропавших без вести и безымянных воинов почтили минутой молчания. Их подвиг будет жить вечно в сердцах людей. Благодаря героям, отдавшим свою жизнь в жестокой кровопролитной войне, счастливо живет наше поколение. Вечная память погибшим на полях сражений. Низкий поклон ветеранам войны и труженикам тыла. Дорогие земляки, желаю всем гостям и жителям нашего района добра, здоровья, благополучия, веры и мирного неба. Для нас нет неизвестных солдат. Все они называются одним именем – герои. Глава Северского района Адам Джерим и глава Северского сельского поселения Андрей Дорошевский дали дань уважения павшим воинам, возложив цветы к мемориалу «Вечный огонь». В России невозможно найти семью, которая бы не опалила огненным дыханием самая страшная война 20 века, Великая Отечественная. Идут годы, но мы бережно храним память о подвигах тех, кто ценой своей жизни преградил путь врагу. Но сколько тех, кто остался неизвестным, кто погиб, но не дал врагу взять стратегическую высоту, ценой своей жизни спас родную деревню, не пустив в нее карателей, погиб на передовой. 2020 год объявлен годом памяти и славы. Он призван напомнить о верности, чести и отваге.